Важнейшая задача на предприятиях нефтегазового комплекса при пожарах – предотвращение распространения огня, защита людей и оборудования от теплового потока. Эту задачу решают уникальные противопожарные преграды и теплозащитные экраны СОГДА, разработанные компанией «Спецпоштех». Противопожарные преграды СОГДА обеспечивают локализацию огня температурой до 1800 градусов, выдерживают тепловые потоки свыше 220 кВт на квадратный метр и снижают эти потоки более чем в 50 раз. Человек выдерживает не более 4 кВт на квадратный метр. Преграды могут применяться для защиты резервуаров с нефтепродуктами, не позволяя пламени переходить с одного резервуара на другой. Вода подается автоматически при срабатывании датчиков. Ее расход 0,1 литра в секунду на 1 квадратный метр поверхности преграды. Преграды успешно применяются для защиты системы пожаротушения резервуаров с нефтепродуктами вместимостью до 20 тысяч кубометров. Преграды не разрушаются при взрывах, так как взрывная волна проходит через сетки. Распыляемая вода заново образует пленку, и преграды продолжают защищать от огня. Специальные конструкции защищают емкости со сжиженными газами. При небольших утечках за счет продуваемости ограждения газ не накапливается до взрывоопасной концентрации. При аварии или пожаре включается водяное орошение. Пламя не распространяется за пределы ограждения, и конструкция обеспечивает самотушение огня. Применение преград позволяет сокращать расстояние между пожароопасными объектами. Экраны СОГДА обеспечивают защиту операторов стационарных лафетных стволов на предприятиях газовой, нефтяной, топливной, химической отраслях промышленности. Для защиты оператора от теплового поражения можно применять навесные панели СОГДА. Они крепятся к поручням вышки, лафетчик легко передвигает панели и защищает себя от теплового потока. Экраны СОГДА приняты на вооружение в подразделениях МЧС России, широко применяются на предприятиях ПАО «Газпром» и других пожароопасных объектах.